Строительство горно-обогатительного комбината на Тамторском месторождении начнется в 2020 году. Речь идет о добыче редкоземельных металлов в Оленёкском районе мощностью 200 тысяч тонн. Об этом сообщил управляющий директор «Восток Инжиниринг» Сергей Сергиенко, выступая в парламенте республики. Разработана дорожная карта освоения месторождения. Логистика проекта предусматривает транспортировку руды до морского порта Хатынга Красноярского края. Оттуда судами по Северному морскому пути и до перерабатывающих предприятий железнодорожным транспортом. В первую очередь продукция с месторождения будет направляться на усиление обороноспособности страны. На текущий момент нами подготовлено технико-экономическое обоснование разведочных кондиций. Материалы этого обоснования сданы в Государственную комиссию по запасам в городе Москве. Сейчас идет экспертиза этих материалов. Мы ожидаем в мае-июне месяце защиту этих материалов, постановку запасов на баланс, после чего в этом году мы планируем начать разработку проектно-сметной документации.